Здравствуйте, Рамиль. Да, всем здравствуйте. Всем здравствуйте. Вы можете пока написать вопросы не только по теме отношения, но и по различным темам, которые вас интересуют. Так. Мне тут нужно переключаться немножко. Вот, эфир у нас начнется ровно в 19 часов по московскому времени. Вот, присоединяйтесь и пишите свои вопросы. Вот. Привет вам из Израиля. Кто узнал место, пишет. Пишет в чате, в нашем чате. Так, смотрю, что у нас тут происходит. Ты да, я да, мы с тобой, да? Пока я не вижу много участников, но
Ну, давайте еще пока ответы, да, какие-то вот вопросы, которые были. Вопросов, да? Ну, сейчас еще, смотри, еще 6 минут так у нас. А, хорошо. Вот, в принципе, можно немножко. Мы-то готовы. Мы готовы, да. Почти. Посмотри там у себя на странице, там все нашли. Ну, как бы я разместил, то есть ссылочку я передал. А там, как говорится, ну, сейчас тепло, все на улице. Понятно, я тоже на море. В Израиле. На Мертвом море там очень хорошо. На Мертвом море очень классно, там замечательно. Хочу обязательно туда поехать. Там очень интересно, да, там лежишь просто и не тонешь. Точно. А какие там рассветы? Вот это вот как раз рассвет снятый. Да? Вот видно хорошо. Ну да, там в основном люди, они лежат, да, вот как раз-таки до, по-моему, 12, там они находятся, там, потом там очень сильно начинает нагреваться, невозможно. Плюс конечно, это соленая вода, да. Соленая вода, она... Я же там как бы, ну, ходил, купался там. Так я тоже. И там обалденное место, вот. И даже привез оттуда сейчас соль. Вы привозите соль, нет? Конечно. Так. Много? Ну, как, ну, не знаю, такой пакетик. То, что таможня пропустит, скажем так. Ну, вот, меня, видите, вот я соль привез, видишь, какая у меня. Эй, здорово, слушай. Прямо, о, классно. Так, прямо оттуда, прям, видишь, как. Супер. И свечи. Вот такой кристаллик, я немножко с ним заработаю. Угу. Как это, об Израиле. Ну, прикольная тема, короче. Так. Он хорошо очищает руки, так. Очищает, снимает негатив. Очень вот, хорошо. Усталость. Так, пока у нас только мало участников. Ну, хорошо. Все на море. Пока один участник. Рамиль, у вас есть какие-то вопросы к нам? Я, во-первых, приветствую, что вы присоединились в нашу группу «Лечебный мост целителей». Группа – это не только, скажем так, для людей, у которых есть проблема, но группа – это общий мост целителей разных направлений. Да? Я считаю, что люди, которые создают великолепную музыку или очень много делают творчества, создают какие-то творческие проекты, именно работают на созидание, творят, тем, что они творят, они изменяют программы внутренние у человека, трансформируют его. Соответственно, это тоже целительство. Вот я так думаю о нашем мосте. А что ты думаешь, Рафаэль? Ну, как бы несем информацию, несем, скажем так, помогаем людям преодолеть кризис, повысить вибрации, осознать, понять, просвещение, то есть просветительский характер тоже идет, да, имеет место быть. В принципе, целитель, он работает с целостностью вот, человека, его поля, его физики, его энергетики. Да, это в том числе и духовное развитие. Духовное развитие – это особое такое электричество, которое насыщает человека, систему саморегуляции включает, насыщает и выводит человека на очень хороший уровень развития, вот, омолаживает, трансформирует. Там, духовное развитие – оно это не то, что религиозное какое-то развитие, это работа с душой, с духом, со своим высшим «я», со своим источником, со своей силой. Поэтому
физическая сила, она универсальная, и каждый это понимает по-своему, как у него, ну, как он там образован, скажем так, как он чувствует ситуацию. Поэтому мастера хорошие есть, ну, их много, у нас много мастеров, мы это доносим, как мы это можем, ну, каждый на своем уровне, вот так. Да, могу только добавить, поддержать. Рамиль, хотите что-то написать? У нас там были вопросы по поводу, можем пока озвучить пока. Вот. Да, да, мы сейчас уже все, уже, да. Угу, тема у нас сегодня отношений, но у нас еще осталось пару вопросов. Сейчас я перейду сюда. У нас еще осталось пару вопросов с предыдущего раза. Люди как-то нас не нашли, что-то не получилось. Поэтому сегодняшний эфир начнем мы с них. И, конечно, всем хорошего шаббата, мирного неба, да, и мира в душе, мира в сознании. Итак, я зачитываю вопрос. Так, скажите мне, пожалуйста, на следующей неделе у моего друга начнется начнутся закрываться проблемы по финансам. Но это сейчас очень, конечно, актуальная тема. Давай ты ответишь, а потом я отвечу. Может, добавишь? Ну, в чем вопрос? Я просто пока не уловил суть вопроса. У моего друга вопрос о финансах... Ну, это типичный такой материальный вопрос, то есть у друга это, есть... То есть вопрос, как они будут развиваться, я так понимаю, то есть, ну, вот, дарение, как они будут развиваться, или они находятся в каком-то процессе? Они находятся в каком-то процессе, и человек ждет, что закроются проблемы с финансами. Видимо, он предприниматель. Все, все. В данный момент его интересует, как у него будут развиваться события в финансовом плане, так понимаю, да? Да, да. Но это сейчас актуальная тема для всех. Да, здесь ответ такой, что с одной стороны у него может быть хорошая положительная динамика в сторону плюса, да, это заключение контрактов, заключение договоров, да, и информация идет, что придут деньги. Но деньги придут не в полном объеме, и деньги будут приходить по частям, поэтому будут договор по деньгам нарушены предыдущих вот этих вот всех контрактов, и человека это не устраивает. То есть ту сумму денег, которую он ждет, она не придет, будет приходить какая-то часть этих денег. Вот, также человеку нужно обратить внимание на свою личную жизнь, разобраться в себе, потому что он находится в какой-то, скажем так, иллюзии, в какой-то измененке. Ему нужно просто слушать себя, вот, верить, что все будет хорошо, использовать зеленый цвет, чтобы принимать себя, и быстро выходить из прошлого. То есть контракт он подпишет, деньги будут, но частями. И нужно это принять, потому что дальше больше. Ну, вот так вот. Ну, да. У меня была следующая информация, тут был задан вопрос, что прям на следующей неделе, да, все проблемы по финансам закроются. У меня сразу шло, что нет, что, как вот и у тебя, что идет определенное развитие, это определенное развитие требует времени. Еще появятся новые связи, которые приведут как раз к той цели, которой человек задался. Вот. Ну вот как-то так. Что-то хочешь еще добавить? Здесь просто учитывая кризис, что люди сейчас все контракты, все договоры, которые были заключены ранее, они по каким-то причинам аннулируются и не имеют, ну, нет возможности их исполнять. Нет возможности их исполнять, потому что бизнес фактически встал. Вот. Но так как снимаются карантинные меры, и люди начинают там приходить в себя и начинают зарабатывать там, ну, как чем-то надо зарабатывать, да, то у людей образовываются долги и так далее. То есть на фоне денежного кризиса, да,
людям нужно развивать новые контракты, новые договоры. Поэтому деньги по старым контрактам, по старым договорам будут приходить не в полном объеме, какие-то будут частями. Это нужно уметь просто принимать и идти на компромиссы, потому что без компромиссов бизнес, финансовый там, рынок и бизнес, особенно малый бизнес, не вытащить. Хорошо, спасибо, да. Скажите, пожалуйста, это тоже не по теме отношений, это просто у человека есть определенная проблема. Скажите мне, пожалуйста, когда я получу визу полететь в Англию? Такой вопрос очень... какой вопрос, такой вопрос. Мы говорим так, что вопрос есть вопрос, и какой вопрос, такой ответ. Здесь на самом деле все очень просто. То есть человек, который задает вопрос этот, да, он очень сильный. То есть у него хорошая энергетика, он хорошо видит ситуацию, человек очень эмоциональный, вот. Но с визой может произойти форс-мажор, потому что препятствия есть это люди. То есть, возможно, эта виза, она будет оформлена позже, чем тех сроков, которые человек хочет поехать. То есть сроки просто будут сдвигаться, вот, и... В тот момент, который он хочет поехать, он не поедет. То есть у него не получится практически уехать. Нужно, во-первых, пить больше воды, чтобы очищаться, исцеляться, скажем так, да. Вот. Опять-таки молитва поможет, медитация поможет. Вот. И у человека нарушена вера в себя. То есть он, с одной стороны, хочет, понимает, он сильный, такой самодостаточный, но в то же время он в себе замкнулся. И эта замкнутость, такое самоедство, эмоциональность присутствует до сих пор, нужно просто это все разблокировать и не обращать внимания, что говорят про него люди. Визу он получит позже, сейчас все сдвигается, сейчас пока в данный момент, то есть неделя это не срок, это нет информации. Вот, у меня то же самое, то есть у меня была карта Оша непроявленная, да, черная карта. Черная в том плане, что энергия еще не проявлена. Вот это вот карта по этой теме. Просто есть, у человека есть своя позиция, своя версия, что он должен уехать. А то, что, есть определенный... То, что не получится, оно завязано на всяких разных моментах, в том числе на людях. То есть люди могут быть не на месте, или там, отдел виз не работает, что-то еще. Какие-то вещи, которые мы не можем, не то что предсказать, а просто не получится в это время получить визу. А потом получится. Отлично. Главное, чтобы потом получится. Ирина, это еще... Ирина уже, она ближе к теме отношений спрашивает. Я говорю, как есть, да? Ирина спрашивает, когда наступит моя свобода от преследования супостата? Да, тут уже такая энергетика. Сначала скажи ты, а потом уже... Должен понять вопрос. Значит, мне просто очень важно, проникнуться вопросом. То есть супостат — это что? Это какое-то невезение, какая-то сущность, какая-то суть. Характер. Это человек. Это человек. Человек, да? Который, да. Просто... Это то есть человек, какой-то человек просто мешает объекту жить. Да. То есть мы говорим, есть объект, неважно, да. Мужчина, женщина. Мы говорим объект. Это очень не обидно. Мы говорим объект. Да. Слово супостат, я бы вот сразу его убрала, потому что оно имеет резко негативное отношение. Нет, дело не в негативе, мне надо понять, с чем объект взаимодействует. Или это человек, все понятно, да, то есть человек, да, объект, человеческая там форма жизни, да, или это сущность, или это какой-то характер, или какая-то болезнь, или какое-то воздействие, понимаете, супостаты тоже сами понимают, то есть, как в Африке, их много. Смотрите, значит, первое, мое мнение, да, это моя версия, ответ на вопрос. А человек, который, скорее всего, оказывает воздействие, он очень слабенький, он такой, это истерика, и нужно найти время сказать себе «нет» и больше к этому вопросу не возвращаться. В принципе, по поводу отношений, здесь нужно убрать дезинформацию изнутри системы. То есть когда-то приходит информация, но
человек почему-то с этой информацией соглашается, получается, что не ври себе. Будет хорошее будущее развиваться, нужно немножко почиститься, очиститься от прошлой информации, от обид, от сопротивлений, вот, перейти из кризиса, выйти из кризиса. То есть кризис – это когда система саморегуляции, душа находится в каких-то отягощениях и что-то еще тянет. Вот. Если этот человек, который был раньше другом, потом хотел что-то большее, или потом, ну, в общем, поменял статуса друга, там, статуса там, близкого человека, на время просто его нужно отойти от него в сторону, и все. И тогда система, она развернется в хорошую сторону, и получится, что все будет удачно везде. На самом деле, есть хороший разворот событий, нужно просто уйти от информации, которая человека напрягает. Вот так вот. А использовать огонь нужно. Огонь, медитацию, вот так вот. Очищение нужно. Да. Ну, если вот как это так. У меня шло, что, ну, вот отношения, да, они зеркально отображают. То есть, когда мы взаимодействуем с другим человеком, фактически этот другой человек зеркально отображает определенные энергии, которые находятся в нас. Поэтому вот это вот уже вот это вот негативное отношение к ситуации, я бы сказала, его нужно привести в нейтральное, да? То есть нужно просто снять себя, я бы рекомендовала, да, представить такое платье негодования, что вас преследуют, что вам мешают жить, и просто вот это вот платье снять. Не особо как бы даже много разбираться. И получится, что все будет удачно везде. На самом деле, есть хорошее. Но там есть определенная вещь, там есть такая некая ноша, которую вы несете. Вот. И вы рассматриваете, пока вы будете рассматривать это как ношу, пока вы будете думать, что человек вам ограничивает жизнь, то, ну, фактически я бы сказала, ну, это с моей точки зрения, да, фактически так и будет. То есть нужно прийти к себе вовнутрь. Я сейчас ищу карту, я смотрела ваш вопрос. Вот. У вас очень сильная там идет на самом деле трансформация. Вот эта карта трансформации. Так. Вот карта трансформации. Вы достаточно много работаете над собой, но есть вот это вот. Да? Возможно, она вам просто скажет еще намного больше. В отношениях. Вот. Хорошо. Переходим к новым вопросам, которые были заданы. Я сейчас не знаю, сейчас я посмотрю, есть эти люди у нас. Ну, видимо, действительно, все очень здорово отдыхают. Ну, отлично. Так. А мы вот работаем, да? Хотя это работа особого вида. Так. Вопрос, который включает в себя очень многое на самом деле, поэтому вот просто внимательно. У меня вопросы по планированию жизни для молодых людей. Как понять свое предназначение? Выбрать профессию, выбрать спутника жизни или не выбирать? Нужно ли ориентироваться на традиционные ценности, да, то есть, что жизнь должна быть обязательно в браке и так далее, по схеме, ну, которую мы знаем. Вот такой вопрос, ну, как бы, он очень развернутый. В одном вопросе тут сразу, можно сказать, 5 тем, да, 5 вопросов, но тем не менее. Если тебе поможет, то девушку зовут Саша. Александр. Ну, то есть я на него отвечаю, да, получается, угу, на этот вопрос? Ну, я могу ответить, потом можешь ты ответить. Можем, как хочешь.
Тебя сейчас не видно, видно твою, да, что случилось. Так. Хорошо, Рафаэль пошел отвечать на вопросы. Хорошо, я пока отвечу на вопрос тогда. Пока, Рафаэль. Произошло какое-то отключение. Интернет или что-то еще. Посмотрим. Так. Сейчас я напишу, что там у нас случилось. Так. Так, хорошо. Ничего, бывает, это интернет. Угу. Включи, пожалуйста, свое видео. Алло. Так. Так, отлично. А, так, хорошо. Видимо, еще туда. Угу. Так. Что-то у нас теперь... Так, сейчас. Так. Так, вот. Да, слава богу. Да, у нас все. Да, бывает, эта техника, это нормально. Хорошо, я сначала давай отвечу на этот вопрос. Как у меня шло, а потом ты ответишь. Только у тебя сейчас камера вот так боком стоит. Это так вот, да. Хорошо. Сейчас я вспомню вопрос. Отвечая как бы с моего потока, да, на этот вопрос, важно понять следующее. Важно каждого молодого человека, ну не каждого молодого человека, а вот тех людей, которые вы имеете в виду, они сами должны прийти на свою дорогу. И не просто на свою дорогу, а на свою дорогу души. Должны вот найти связь с этим их сверхсознанием. Когда они находятся на своей дороге, на ней есть. И на этом пути просто есть. И нужный человек, который им встретится. И та любовь. И взаимоотношения по работе, какая-то замечательная работа, в которой они могут себя реализовать, и так называемое предназначение. Вот предназначение состоит в том, чтобы при перевоплощении, вот в этом воплощении найти себя, понять свою вот эту вот суть. И как эту суть, вот эту энергетическую суть, применить сюда и реализовать. Ну, вот такой вот у меня ответ. Нету звука. Включи звук, пожалуйста. И товарищи. Да. Так, сейчас звук есть? У нас сегодня техника. Звук есть? Звук есть, да? Да. Есть звук, замечательно. Ну, я не виноват, ребятки. Нет, все нормально, абсолютно все хорошо. Скажем так, человек, который задал вопрос, он очень сильный. Сам по себе он сильный. Вот, и уже он много что повидал, видит, понимает, знает. Вот, поэтому
скажем так, ценность сама, да, она может заключаться быть и в семье, то есть семейной ценности, да. Эта ценность, она может у него быть и в бизнесе. Это деньги, да, финансовая тема, да. Здесь человек прошел какой-то путь и проходит его этот путь, огонь, вода и медные трубы. Поэтому самое главное – это беречь нервы. Если у человека, у объекта, скажем так, он находится в семье, у него не получается быть в семье, у него там проблемы с психикой, с нервами, да, то ему при этом нужно что-то делать, работать, ну, скажем, заниматься бизнесом, да, и он не может быть в семье, ну, такие люди уходят из семьи по разным причинам, они уходят из семьи и находятся в другую пару. То есть мы сейчас говорим про, в совокупности про состояние энергии. Поэтому у человека, скорее всего, была любовь, и эта любовь, она была, он ищет свою вторую половинку, до сих пор еще ее ищет, вот. И может быть семья, может быть ребенок, вот. Нужно просто, информация идет, что человек может все сам, вот. Нужно меньше курить, меньше пить, меньше ругаться матом, вот, стараться больше развивать себя как личность с ним и не падать духом. Ну, вот так вот. Очень хорошо. Очень, ну, здорово. Как-то мне вот это, так мне это пришло. Если это так, то можете написать, что это так. Если это не так, то я уже, меня выбивало из эфира, поэтому я мог. Ничего, все нормально. Вот. Так, что-то у нас непонятно, что. Так, сейчас происходит. Отношения на сегодняшний день, они очень, скажем так, это есть изначально любовь, влюбленность, страсть, вот. И самое главное у отношений, у объектов, у пары, это уважение и почитание. Это как бы основа. Очень важно, чтобы была основа, фундаментальная основа для того, чтобы люди находились постоянно вместе. Неважно, если у них будет какая-то загрузка неадекватная с работой, связанная с бизнесом, с какими-то проблемами, вот, чтобы один из объектов пары не вымещал это зло на другой половинке. Это очень важно. Зачастую сегодня люди попадают под горячую руку, как раз-таки вот, когда одна из половинок загружена на работе, она, у нее раздрайв, опустошение, обезвоживание, там, обесточивание, и пара привыкает уже к такому, ну, скажем так, опустошению. То есть они живут или ради детей, или ради что-то еще, поэтому на сегодняшний день пары расходятся, очень много пар расходятся, потому что нету смысла находиться вместе, потому что уже не заряжают люди друг друга, а они уже раздражают друг друга. Поэтому здесь нужно просто понять, что какой-то пошел, ну, наступает этап развития других отношений, и себя не стоит обманывать, и не стоит себе трепать нервы. А вот. Поэтому пару нужно искать, конечно, никто не дает гарантии, что люди будут жить всю жизнь, потому что пара – это потомство. То есть, ну, мальчик-девочка, мужчина-женщина, пара – это потомство, чтобы произвели потомство. Потом уже дальше больше, как говорится, как Господь Бог даст, значит, так и будет дальше. Но семья, опять-таки, все зависит от характера человека или от мужчины-женщины, от его ответственности, от его социальной, ну, как бы, скажем, ну, от его ценности, от его культуры, от его духовного развития, от многого чего зависит от дальнейших отношений. Хорошо. Я не знаю, видит она или нет нас, но пока ничего не отвечает, я ее не вижу. Видимо, хотят... Это люди потом. Отдыхают, хотят посмотреть потом, да. Нет, у нас все равно идет эфир, мы на сегодняшний день просто потихонечку... Это такая тема, она очень интересная для
скажем так, не только ответить на вопрос, да, а эта тема, она очень конфиденциальная, она очень личная. Особенно, если люди, например, находятся уже в союзе, там, в контрактах, в договорах, они живут, вот, и как найти лучшую половинку. Все самое лучшее находится внутри человека, он просто об этом еще пока не знает. Нужно этот потенциал выгрузить его. Чтобы его выгрузить, нужно как-то себя поддерживать там, ну, с точки зрения там духовности, поверить в себя, что вы можете начать все сначала по отношению к себе. Хорошо, зачитываю следующий вопрос. Такой вопрос очень... Нередкий, скажем так. Абсолютно нередкий вопрос. То есть я в моем практике встречаюсь это сплошь и рядом, и очень хорошо все понимаю. Можно ли избежать определенного человека в своей жизни, если ты от него каждый раз стараешься отойти, а он постоянно возвращается, даже через длительное время, и ты не можешь от него избавиться, кроме... Ну, тут написано, кроме как убить, да? Но это с юмором, естественно. Ну, смотрите, первое – это какая-то очень интересная связь находится между этими людьми, это точно. Какая-то есть связь, страсть, влюбленность, какой-то очень интересный связь между душами. То есть мы сейчас не берем физику тела, мы берем сейчас просто вот душа, духов, вот, то есть высших я, то есть связь энергетики. Потому что физика, она может уже свое получить, и даже не то, что больше получить, она может негатив получить от этого объекта, но связь это остается. Мой ответ такой, да, что эта связь, она, скорее всего, вас обучает друг друга. То есть это есть пара, это учитель-ученик. Всегда есть кому учиться, да? Учиться никогда не поздно. Эта связь, она может вас... Вы можете враждовать между собой, а можете выгодно что-то от друг друга получить. Эта связь дает, скорее всего, вам... у вас у обоих объектов очень сложный характер. Из-за сложного характера вам надо всех простить и отпустить, когда, ну, это не только связано вот на объектах, вот, да, на паре, а это просто касается еще, наверное, окружения. То есть какая-то вредность присутствует в каждом человеке. Вот. В будущем вы видеться уже не будете, я это вижу. Вот. Здесь просто идет выход из прошлого, и ну, скажем так, кто-то из вас, скорее всего, просто звездой себя чувствует, и вот он хочет, чтобы о нем кто-то говорил. И вот ближний объект, он хочет, чтобы на него обратили внимание, обращали внимание, хотя этот объект, ну, как бы сказать, ну, вроде как бы, это как бы собака на сене, ни себе, ни людям. То есть, в принципе, с одной стороны, одна пара уже приняла решение, а другая пара просто, ну, скажем так, вредничает. Ну, присутствует какая-то магическая такая мистическая связь. Она связана с разумом, то есть люди друг о друге думают по каким-то причинам, что-то хотели сделать в своей жизни и не сделали, и теперь этот договор, он как бы таким образом проявляется. Во встречах там, ну, по-разному. Это распространенная тема. Оба сильные товарищи, оба, и здесь просто было сначала все интересно, а потом резко перестало, и здесь именно принципиальный какой-то подход к друг другу, да, не взятку врагу, то есть надкушу яблоки, тебе не дам, какая-то присутствует какая-то вредность здесь, да, нужно просто взять и все отпустить, и простить, отпустить, и все, и забыть. Тогда вы не будете этого человека видеть. Если вы на него что-то гоните, вы о нем думаете плохо, тем более, да, эта связь, она, вы этого человека будете видеть, потому что идет обратная связь, обратка. Вы можете видеть его в ресторане, в магазине, где-нибудь там на улице,
просто так. То есть он даже сам может человека обалдевать, что вот вас тоже показали, потому что между вами какая-то происходит мистическая такая связь на уровне души. Вот. Это характер, это сила, которая притягивает, она негативная, она притягивает и проявляет вас друг к другу, чтобы вы там, или вы, может быть, еще не решили, что вы расстались. Может быть, вы любите друг друга, об этом не знаете. Что-то происходит на уровне энергетики, но физика, она, то есть еще этот вопрос не решен. Точно. Зачастую так бывает у женщин, когда, допустим, женщина расстается с мужчиной, она привыкла к нему, она уже, ну, привыкла. Да, есть такая называемая привычка. Не любовь, а просто привычка. И когда мужчина уходит, понимаете, она немножко его мониторит. Мониторит его в плане энергетики, в плане соцсетей. То есть кому такое добро достанется или не достанется, неважно. При этом женщина... Нет, ну это распространяется. При этом женщина сама может быть спокойна быть в отношениях, но и приглядывать за своим бывшим. Так же делают и мужчины за своими женщинами. Поэтому это такая игра, вот, она такая фетишная. Вот, к чему она приведет, ребятки, ну не знаю. Значит, получается, что вроде как бы вы поругались, разошлись, но по идее отношения, как бы, ну, вы, как будто бы какая-то присутствует страсть. Что-то присутствует, и эту связь нужно просто, ну, разъединить, ее нужно поставить точку четко в душе, вот прям на уровне души человека отпустить. Тогда можно сказать, что отношения закончены. Тогда вам Господь Бог, небо даст, матрица выше, разум даст вам человека, которого вы ждете. Если у вас на пути стоит что-то, кто-то еще, у вас будет двойняшка, и вы будете встречать похожего человека, на который вы, ну, там, ну, психосоматика, там, по энергетике, даже будет похож по физике. Двойняшка я ее называю. Кто-то тройняшка. Хорошо сказано, да. Ну, это жизнь. А, я себе, у меня такое было много, у меня такое было тоже. Плохо, что просто люди, которые, ну, как бы задали вопрос, то есть вам нужно участвовать в эфире, потому что нету обратки, да? Вот. Нет, ну, это не важно. У нас все равно есть эфир, потом все равно этот эфир его будут смотреть, просто люди стараются не афишировать себя, да, но вопрос очень острый, касается 50% планеты. Фактически, потому что... Согласна с этим, абсолютно. Да, люди приходят, они задают вопросы, а вот я рассталась, но по физике человек расстался, а по энергетике у него не получается найти другую пару, потому что он еще в прошлую рассчитывает на что-то, а там уже они поругались, расстались, мальчик другую нашел, она там в шоке, он в шоке там. Короче, там, ну, полный... Здесь надо каждую пару смотреть индивидуально, но модель сама расставания, да, модель вот этой вот трансформации у каждого своя, она очень такая похожая, и люди, да, они даже если они заблокировали людей там, заблокировали там в WhatsApp, ВКонтакте, в социалке, все равно они о человеке думают, понимаете, они думают, и мы даже его просматриваем, мне звонят люди, мы просматриваем, я говорю, ребята, мы уже расстались, нет, не взятку врагу, нет, меня интересует, какая у них там жизнь. Я говорю, ищи себе другую пару. Нет, да, вот да, я буду себе искать пару. И тут же шаг вперед, и два сразу шага делать, шаг назад, два шага назад. Фактически это у всех. Это привычка, это память, это такой вот уровень у человека, да, ему нужно учиться. Говорить нет, делать шаги вперед. Ну, такой вот эксперимент. Когда человек это осознает, любой из объектов, мужчины или женщины, у него все получается проще в этой жизни. Очень проще. Нужно просто найти себе силу духа и сказать «нет». Все, вот прям отпустить человека, чтобы было тебе легко. Там, когда ты называешь это имя, и тебя ничто не раздражает, ты не злишься. У тебя об этом человеке спокойная улыбка, например, на лице. Или, например, тебе называют этого человека, а у тебя начинается там мимика меняться там. Все, тогда уже вот это показание того, что осталась эта вот связь, остался вот этот вот контракт, и что с этим контрактом, непонятно. И он таким образом исполняется, потому что он проявляется, как вот мы, вы же, все наши мысли же материальные,
Почему человек появился там, появляется? Потому что ты о нем думаешь. И вот его тебе Господь Бог, его ангелы-хранители тебе показали. Вот он, вот Вася Петрович, вот он, пожалуйста, подходи к нему. А ты к нему не подходишь. Ага, показали, все, жив-здоров, слава Богу. Ты же везде заблокирован, он, как же его показать? Вот тебе показали его, вот ты его встречаешь. Он там, может быть, изменился, он, может быть, с другой подругой, там, с другой пассией, неважно. Но если ты отпускаешь человека, отпусти. Если ты не отпускаешь, ну, это такая фетишная игра, так она и будет проходить. И это только ваше личное дело. Такой эксперимент, да. Не ври себе, называется. Мы взрослые люди все. У нас взрослые, мы взрослые люди, а ведемся как дети. На самом деле весь ключ у человека находится внутри него. Да, это абсолютно. Это абсолютно. Что я хочу к этому добавить? Необходимо вот в отношениях, когда мы встречаем человека, необходимо понять. Это пришло мне буквально недавно, эта техника. Да, вы можете просто задать вопрос, в чем энергетическая суть для вас вот в этой жизни данного человека? И попробовать получить ответ. Это можно сделать с помощью различных техник, да. У меня это была техника Оша. Может быть, я в других передачах представлю ее. Но когда вы понимаете, зачем этот человек появился в вашей жизни, любой человек, вот эту вот энергетическую его, скажем так, не суть, а роль, то тогда вы просто принимаете то, что... Вы не только принимаете то, что есть. У вас происходит огромнейшая трансформация. А, точно. А действительно он мне вот это вот так вот показывает. Точно. Точно. Это абсолютно точно. Понимаете? И это очень здорово. Но об этой технике просто сейчас... Нужно, чтобы вы приходили на лечебный мост именно в группу, тогда именно группой будет интересно поднять эту технику. Вот, так что зову всех на лечебный мост, а не сидеть на заборах. То есть мы вас видим, как вы сидите, вот, как вы пишете в различных местах. Да, надеюсь получить свои ответы. Пожалуйста, задавайте свои вопросы именно под видео или приходите просто сейчас на эфир. Не сидите на заборах, вы просидите на ваших заборах всю вашу жизнь. Так. Ну, может быть, люди стесняются. Сейчас, тем более, погода хорошая у них. Конечно, конечно. Я задаю следующий вопрос. Он такой немножко, почему у меня так получается? Задает его женщина. А почему у меня так получается, что одни подруги, это вопрос о дружбе, да? Вот сейчас я немножко как бы скажу, что у нас есть, то есть мне пришло 7-8 типов отношений, да, есть отношения. Мужчина-женщина, есть отношения дети-родители, есть отношения подчиненный-начальник, есть отношения Бог-верующий, есть самое главное отношение, отношение меня к себе. Вот. Есть еще какие-то отношения, может быть, я что-то пропустила. А, и отношения друзей. И в каждом отношении, это просто вот я хочу сейчас добавить, чтобы донести мысль, которая пришла, в каждом отношении
независимо от того, что мужчина это или женщина, да, то есть отношения там в браке, в семье, любовные отношения или отношения начальников, или отношения к себе самой, проявляется всегда две энергии. Так называемая и внутренняя энергия, трансформирующая, и в то же самое время уменьшающая, поглощающая какие-то процессы. И янь-энергия, очень сильная, активная энергия, которая реализует, которая воплощает то, что вы, те мысли, которые вы получаете сверху. Я надеюсь, что меня немножко не занесло. Вот. И вот это вот взаимодействие вот этих вот энергий мы пришли сюда понять в различных, скажем так, ролях. И когда вы понимаете, что это определенные роли, и абсолютно каждый человек, который перед вами стоит, это человек, который стоял там наверху и просто выбрал определенную роль, чтобы помочь вам, чтобы отобразить вас, как в зеркале, ваши какие-то внутренние аспекты, ваши внутренние программы, которые необходимо вытащить. Вот это очень важно понять. Вот это я, Рафаэль, задумался, да? Нет, я внимательно слушаю, потому что, ну, как не слушать? И в процессе именно вот этой вот трансформации идет и отношения, это на самом деле очень глубокая тема, потому что она проявляется, если вы посмотрите, она проявляется во всех областях нашей жизни. Вот если мы возьмем колесо жизни, опять-таки, да, все эти оси, работа, любовь, здоровье, хобби и так далее, это все проявляется вот в этих отношениях, вся вот эта вот вытканная взаимосвязь. И нужно понять, что каждый человек, который перед вами стоит, это одна крупинка одного огромного сверхсознания, который находится не в этой системе, который разделился на определенные мелкие сознания, чтобы просто понять, вот это вот взаимодействие, понять вот это вот взаимодействие этих энергий, воплощенных в разных ситуациях. Вот, а сейчас мы перейдем к вопросу о дружбе. Это то, что я принесла в эфир и хотела об этом сказать. То есть у меня, допустим, записала я очень многое, то, что у меня шло. Вот, но я как бы не вижу каких-то вопросов, поэтому достаточно сложно еще читая вопросы, и когда ты находишься в потоке, еще сообщать то, что нужно донести до слушателей, но я с удовольствием это доношу. Итак, вопрос по дружбе. Это одно из отношений. Вопрос по отношению по дружбе между подругами. Почему так получается, что одни подруги тебя сразу слышат и отвечают так, что ты понимаешь, они тебя слушали и услышали, а другие подруги вроде и слушают, но такое ощущение, что не слышат. Причем можно попробовать убедиться, что вопрос прошел, спросить, ты меня слышишь? Что я только что сказала? И ответ такой, да-да, я тебя слышу. И повторяет то, что я сказала. То есть она меня вроде услышала, но либо никакого ответа, либо что-то не попад. И вроде человек хороший. Вот как так получается? То есть мой вопрос про отношения между друзьями. Ответ хочется получить и от тебя, и от Рафаэля. Ну, надо понять, в первую очередь, какие на самом деле отношения дружеские и недружеские. Потому что бывает такое, что дружеские отношения переходят в такие завистливые отношения, в потребительские отношения. Это моя версия, да? Когда мы слышим вопрос,
Вот. И на данный момент, когда ты меня не слышишь, то есть, ну, это претензия. Претензия, да, что я сказал, то есть нет реакции на то, что ты сказал, да. Это претензия, и этих претензий может быть очень много. То есть они потихонечку идут между подругами, и потом очень мощный всплеск негатива. То есть они могут быть дружить, а могут быть, то есть могут общаться, могут не общаться. Здесь, скорее всего, когда подруги вырастают уже, ну, они становятся уже такими вот дамами там, да, то есть у них уже возраст такой импозантный, вот, и они уже в дружбе не нуждаются, скажем так, потому что они становятся уже независимыми. Каждый сам по себе, они проходят какой-то очень хороший путь, вот, а дружить надо с оптимистами, это в первую очередь, да, потому что оптимисты могут дать хороший совет. Если вы будете дружить оптимиста, будете общаться с негативной подружкой, там, да, завистливой, у нее все плохо, ей нужно кому-то, ей надо выговориться, да, конечно, такая дружба, она потом рано или поздно сойдет на нет. То есть это просто вампирские отношения. То есть подруга использует подругу как вампир. Она вампирит девушку, там, ну, она рассказывает ей свои там проблемы, они у нее могут быть постоянно. Откуда угодно, шопинг, отличная жизнь, какое небо голубое и так далее. Поэтому другой подруге это просто может доставать, потому что это не в тему, не по теме и не по-дружески. Вот. Здесь просто один человек сливает негативную информацию на другого. А другой человек, другой объект не хочет информацию воспринимать, и поэтому рано или поздно душа, система закрывается от дружбы, и они могут долго не общаться. А потом это проходит, и они опять начинают общаться. То есть дружба, она между девушками непредсказуема, практически непредсказуема, потому что это и гормоны, это время, это возраст, это само настроение и эмоциональность. Какая эмоциональность? Если позитивная эмоциональность, общайтесь, ради Бога, хоть сколько хотите. Если эмоциональность негативная, и вопрос этой негативной информации не пришел, просто бывают подруги, они заходят за черту невозврата отношений. То есть они проходят некую черту, но они считают, что ты моя подруга, будь любезна, слушай весь негатив, вот эта подруга, мне плохо, но на самом деле и подруга ничего не делает для того, чтобы у них, ну, как бы проблема у нее, ну, есть проблема, она должна их решать, но она думает, что подруга, она это такой боевой товарищ, там, боевая единица, которая сейчас на какую коня становит, в избу горящую войдет и так далее. То есть здесь может быть такой информации много быть, негативной, которую человек брать уже не хочет на себя. И человек уже злоупотребляет с дружбой, естественно, союз такой будет, он будет, ну, он разойдется, распадется и так далее. Здесь проблема со знаниями, я думаю. Вот. Ну, если позитивный союз, проблем нету. То есть здесь будет, люди могут выслушивать, там, если это в тему какой-то там, вот у человека горе какое-то там, надо помочь, да. Но если это бесконечный какой-то треп, бесконечное какое-то излияние там негативного потока, конечно, рано или поздно любая подруга, она сдаст назад и закроется, и скажет, давай ты разбирайся в себе, потому что у этой подруги может быть семья, дети, то есть так называемые свободные уши, они есть. Закрываются там, да, и так все. Есть. Угу. Как-то так, мое мнение. У меня тоже такое мнение, что происходит, вот хорошо сказано, некое вампирство. И просто я дам технику, да, просто нужно закрыть глаза, представить платье, вот это вот недопонимание. То есть существует какая-то программа недопонимания. Я как бы немножко, может, глубже. А вот сейчас говорю, между нами записаны определенные программы, когда мы общаемся друг с другом. Эти программы в процессе нашей жизни трансформируются и меняются. Так вот здесь просто попробуйте, хотя я не люблю слово «попробовать», просто сделайте следующую вещь. Закройте глаза и снимите вот эту вот энергию себя, вот эту вот энергию каких-то недопониманий, обид, даже каких-то таких детских каких-то обид.
каких-то обид, невнимания. Даже, может быть, это... Я еще хочу сказать, что каждый человек, я уже об этом сказала, да, что каждый человек, он отражает. То есть почему происходит ситуация именно с вами, да, такая? Потому что происходит какое-то отражение. То есть в данном случае подруги выступают как некое отражение каких-то энергий, от которых вам нужно избавиться. Просто избавьтесь вот от этой, что ли, детской обиды, невнимания. И тогда, возможно, когда не будет вас в этой энергии, эта же подруга будет совершенно по-другому реагировать на вас. Но это уже процесс трансформации. Вот. Хорошо. У меня есть вопрос к тебе, мой личный. Наблюдая многих моих клиентов, наблюдая, опираясь, так сказать, на пройденный опыт моей жизни, я очень часто замечаю, что ну, не те пары соединяются, скажем так, соединяются люди, которые по принципу, то есть там уже есть определенные программы. Выключилось у тебя видео, но надеюсь, что ты меня слышишь. Хорошо, перенесем этот вопрос на следующий раз, потому что, видимо, пришел клиент немножко раньше. Мы тогда, возможно, перенесем и медитацию или возможно сделать. Уже пришли? Нет, у меня, ну, понимаешь, у меня нету секретаря. У меня нету секретаря, поэтому приходится... Нет, я очень хорошо все понимаю, я тоже сама все делаю. Значит, вопрос... Да. Люди сидят, пускай, ничего страшного. Мы сейчас свое дело доделаем, ничего. Да, то есть мы передаем определенную информацию. Я думаю, что сегодня мы уже 51 минута, мы не успеем сделать медитацию. Ну, какая? Нет, вопрос какой? Какой вопрос? Которую я принесла. Закончу. Вопрос следующий. Какой вопрос? Я наблюдаю в течение моей жизни на моих клиентов, на себе. Я понял, да. Совместимость что, пар. Совместимость пар. И что люди именно борются в этих отношениях, да, там по-разному это проявляется. Но в итоге вот почему как бы сверхсознание, вот как это, с какой точки зрения, скажем так, интересно именно соединять таким образом людей? Я сейчас скажу, да, смотрите, значит, когда мы встречаем друг друга, да, когда пара встречается, у них нет проблем таких первых. У них есть влюбленность, страсть, там букетный период, там, значит, ну, все хорошее, самое хорошее, происходит самое-самое хорошее. То есть любовь, морковь, то есть, и это правильно, это норма для создания пары, для построения вопросов, ну, я имею в виду, там, карьеры, там, личной семьи и так далее, ячейки, так, общество, да? Это самое первое, это самый такой первый этап нашей притирки. Когда создается пара, у них появляется ребенок. Ну, появляется ребенок. То есть это получается там от года до трех. Да, появляется ребенок, и потом уже, это я просто рассказываю модель, она очень распространенная, мы не говорим там о других парах. Вот, и потом возникает такое ощущение, что когда уже ты насытился друг другом, насытился, то есть происходит насыщение друг другом, то есть родился ребенок, да, и кому-то из пары просто уже неинтересно быть в семье, они уже смотрят там налево-направо, это проявление характера, характера негативного, который, к сожалению, у всех у нас есть. То есть выходит, белый зайка уходит, значит, в шкаф, выходит черная зайка, и мужчина или женщина, и объект начинает исполнять совершенно другой сценарий,
которого даже не, и в голову не придет объекту там, ну, что такой человек, с каким человеком человек живет. Когда приходит ко мне девушка, например, на, значит, на прием, мы с ней общаемся, она мне рассказывает вещи, я говорю, ты где его нашла, скажи, пожалуйста. Но это первый вопрос, да, и она говорит, вот действительно, вот я тебе... Он был другой, да. Да, то есть он был другой, хорошо. То есть мы все были такими белыми зайками пушистыми, потом что-то происходит с человеком, то есть это, я так думаю, что в отношении, отношения сами по себе, они изживают. Это как бы нету интереса, нету огня. То есть здесь или человек, один из пары не до конца был уверен, что у него будет там четкая семья, да? Вот. Или он так думал, что у него будет четкая семья. Или у него еще были какие-то зависимости, там, лень. То есть он думал, что там... Понимаете, что еще какая происходит? Происходит очень сильная нагрузка на обоих. Но потом нагрузку несет одна половинка, а другая просто на диване лежит. Понимаете, да? И система наша, она не дура, пардон за слово такое, да? Она будет терпеть, но наши клетки, молекулы, атомы, наша суть, она не будет терпеть долго. Она рано или поздно просто как граната взорвется и всех выкинет. И пару, и не пару, и человек останется один, потому что есть некая зона комфорта для принятия энергии, понимаете, для жития. Ну, то есть очень много нюансов. Поэтому пара, половинка, она может отягощать и разрушать, и забирать энергию. То есть, опять-таки, получается вампиризм. То есть, какое-то получается, скажем так, не то, что разрушение, да, а порча отношений и порча энергии. Поэтому возможно, что во время пары, во время, вот, когда люди находятся в отношениях, проявляется негатив с каждой стороны, он заложен уже на уровне рода. Такая проблема есть, она очень распространенная. Это какие-то зависимости, там, может, алкогольная зависимость, может быть, там, психическое какое-то уравновешение, да, есть, связано с работой, то есть какие-то отклонения, которые проявляются в течение, там, какого-то времени, да. И с этими отклонениями одна из пар, она не хочет мириться. То есть она за эти отклонения не выходила замуж, там, и не женилась на ней. То есть, если видишь, что человек изначально себя представляет, то ты на нем и не женишься, и не будешь с ним. Как побудешь с ним, потом от него уйдешь, скажешь, ну, нафиг, от греха подальше. Поэтому эти все темы, они очень часто скрываются, и зачастую, что люди сами не знают себя. Но вот это как деньги, да, и человеку деньги, да, и ты увидишь, что он сразу забылся, и чего, и так далее. Поэтому здесь нужно или любить реально друг друга, там, помогать, и все такое, нести ответственность, да, или просто на время, хотя бы на время разойтись, на время для того, чтобы вы осознали, можете вы быть вместе или нельзя. Это называется в целях воспитательной работы осознание, потому что все имеет память. Я думаю, что здесь, отвечая на твой вопрос, это происходит какой-то инсайт, такое у меня есть слово, в паре происходит инсайт. Он может произойти где угодно, во сне. То есть человек просыпается и понимает, что он не может быть в паре. То есть его никто не уговорит, на него не было никакого воздействия, но у него какой-то происходит свой инсайт. И он начинает вопрос решать по-своему, каждая пара. Наступил этап других отношений, другого уровня жизни, например, да. То есть, ну, что-то не, кто-то друг друга не тянет. По каким-то причинам нужно мастеру снимать индивидуально. Поэтому это первое. Второй момент – это, возможно, появился третий человек. То есть в паре появляется некий любовный треугольник. То есть что-то происходит, какой-то косяк, осознанно, неосознанно, неважно, да, то есть что-то происходит, качели в паре, то есть это второй вариант, ну, вариантов много, да, это третий вариант, это когда люди, как ты говоришь, не слышат друг друга, слушают, но не слышат, то есть, в принципе, мужчина и женщина, это как бы две разные планеты, и любовь, уважение, почитание всегда основа притяжения вот этого поля, пространства, так называемого зоны комфорта. Если этого нету, а пара долго не будет существовать, то есть она будут дети расти не в полной семье. Вот это все зависит от вибрации, от характера, от вообще, что человек хочет. Или он реально семейный там, или он не семейный, и говорит, все, ребят, вот были вопросы, да, сегодня у нас был вопрос, человек, который задал, мужчина задал вопрос, он уже, у него все это уже было, он просто хочет не зацикливаться, то, что он кого-то оставил там, что-то он
ушел из семьи, или он не хочет заводить семью, потому что это мешает его мировоззрению, развитию и зоне комфорта. Поэтому каждый принимает решение по-своему. Самое главное, чтобы дети, которые остаются без попечения, там, без внимания, не, ну, максимально пытались с этим вниманием ему ребенку делить. А взрослые, они как бы сами договорятся между собой. Ну, вот так вот. Нюансов очень много. Нюансов очень много, и тема эта довольно-таки тяжелая, я думаю. И на самом деле она намного обширней, чем мы сейчас немножко так ее доложили. Я хочу закончить словами Пуша. А вот медитацию мы сделаем тогда в другой раз, потому что уже совсем мало времени. И когда два зрелых человека любят друг друга, происходит один из величайших парадоксов жизни. Одно из самых красивых явлений. Они вместе, но в то же время безмерно одиноки. Они до такой степени вместе, что почти одно целое, но их единство не разрушает индивидуальности фактически. Оно ее увеличивает. Они становятся более индивидуальными. Два зрелых человека в любви помогают друг другу стать свободнее. Нет никакой политики, никакой дипломатии. Никаких попыток подчинить себе другого. Именно поэтому я называю это великим парадоксом. Они вместе настолько, у меня даже голос, да, сел, что почти слились в одно, но все же в этом единстве остаются индивидуальности. Их индивидуальности не смешиваются, они усиливаются. Я желаю всем, чтобы мы стремились вот именно к этому, то, что сказал великий Оша. Чтобы мы помнили, чтобы мы все едины и все представляем собой одно сверхсознание, а мы просто его капельки. Все? Да? Все? Все, спасибо, дамы и господа. Все, ну, да, спасибо, дамы и господа. Мы с вами прощаемся. Хорошего вам шаббата. Хорошей субботы и воскресенья. Всем пока. Чао.